Сейчас зайдем в магазинчик такой или что-то. А, это все. Я так понимаю, из сладостей, смотрите. Это все сделано из шоколада. Сори. Смотрите, это все шоколадное. Шляпа. Маленький бочонок, смотрите, она сделана из шоколада. 100% шоколад. Представляете? Представляете, она сделана из шоколада. Вот это удивительно. Смотрите, скрипка, гитара тоже сделаны из шоколада. А вот там люди трудятся, вот там даже видно, как они делают шоколад. Видите, все вручную. Стоит аппарат, который даже вешает теплый шоколад. И они делают его на стиле. Все вот это вручную. Вот это круто, это видно, вот этот человек, он все здесь делает. Смотрите, какая красота. Йору. А, какой прикольный. Тоже шоколад. Ну, вот это шоколадная штука. Здесь его, да? Манго. Тоже шоколадная. Разные приколюшки шоколадные. Шарики. В баночках. Тут всякие приколюшки. Смотрите. Не знаю, это шоколад или нет. Наверное, больше, мне кажется, уже подобие. Вот это шоколад точно. Вот это тоже. Палочки. Маленькие шоколадки. Смотрите, какое разнообразие здесь. Всяких шоколадных изделий. На полочках, смотрите. Вот разные шоколадные зверьки. И тут. Карамель. И там видно внизу мастерская идет, где стоит такой дивный запах. Дивный запах шоколада. Прям какао такого. Ну, цены видите, да? Они такие же сладкие, как и сами шарики. Ох ты. Вот это, конечно, крутой Йода. Или как бы не Йода, да, шоколад в 2023 году. Он занял какую-то, видимо, премию благодаря этому шоколадному малышу. Круто, конечно. Но вот это 100% шоколад. Внушительно, внушительно. Яйца. А, и вот там, я уже показывал, да? Там шоколадная мастерская за стеклом. Ее частично видно там. Вот, видите? Мешается шоколад. Вот здесь гитара. Скрипка. Тоже 100% шоколад. И там внизу видно, как все это готовят. Пойдем дальше. Кроссовки. Игрушки разные. Сувениры, наушники. Очень много людей здесь, я заметил, что ходят в наушниках.
Очень прям много. О, спальный райончик. Красота. Thank you.